В этом году за счет средств федерального, регионального и городского бюджетов планируется улучшить жилищные условия 250 семей, в их числе ветераны и участники Великой Отечественной войны, молодые и многодетные семьи и другие. Поддержка осуществляется через социальные выплаты. 243 адресата деньги уже получили, в том числе и две многодетные семьи, которые смогли приобрести просторное и комфортное жилье благодаря программе «Самара социальная», которую инициировала глава города Елена Лапушкина. Размер социальной выплаты на покупку жилого помещения рассчитывается индивидуально, исходя из состава многодетной семьи, исходя из жилого помещения, которое у них уже имеется. В течение года две новые семьи у нас получили жилье. Информацию об обеспечении жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, предоставил руководитель Департамента управления имуществом Андрей Белоклоков. Он сообщил, что сейчас заключены муниципальные контракты на приобретение 153 жилых помещений. В 2023 году планируется закупить 231 жилое помещение, и на сегодняшний день они все у нас законтрактованы в полном объеме. Также в Самаре продолжается реализация программ по переселению граждан из аварийного жилья. С 2011 года свои жилищные условия улучшили более 4500 семей, в том числе 676 семей в этом году. Андрей Горгуленко, Константин Головин. События.